друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал. Скончалась вокалистка американской Witch House группы White Wind Кендра Малия. Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте коллектива. Кендра Малия покинула нас. Я действительно не знаю, что еще сказать в данный момент, кроме того, что я люблю тебя, Кендра. Кендра навсегда, говорится в публикации. Причина смерти певицы не уточняется. Ей было 37 лет. В конце 2000-х годов второй участник группы Брайан Куркемилис познакомился с Кендрой Малией на сайте MySpace. В 2010 году они решили создать совместную группу и выпустили первый мини-альбом Suffocation. Последний микстейп White Wind под названием Chain 2 вышел в мае. Она умерла из-за бокового амиотрофического склероза, с которым боролась на протяжении нескольких лет. Друзья, спасибо за просмотр.